Hello, всем привет, дорогие друзья, мои зрители. В общем, мы опять же приехали на рыбалку. Мы сейчас находимся на берегу Мокш. Плавательный сезон открыт. Так что уже мы искупались. Вот у меня труселя сохнут. В общем, лазил, да, за блеснами. Одни блесны не достал, которые постоянно сцепляли за корягу. Вот одну блесну мы достали, которые ранее запутали. Даже с поводком. Вот какая природа, какая красота. В общем, но рыбы пока что нет. Все будет далее. Приделали к удочке. В общем, чтоб подлиннее спиннинг был. Катушку приделали, вот рыбачу. Вот такой вот спиннинг сделали из удочки. Так что, дорогие друзья, все возможное, невозможно возможное. Да, также Андрюх опять с ведром, вот ведерко. Если когда он с ведром, значит, по-любому он что-нибудь выловит. Он даже в луже поймает, он до того такой рыбак-специалист. Вот, у него все, короче, снасти, эти, они в машине, да. Там очень много, целая коробка. Которые много проебали, да, и блесен, которые вот там на одном кусте штук 10 и более. Но туда я не смог доплыть, так что смотрите. Я даже уже за ними сплавал. Холодная. Очень холодная. Ты что, это сердце откажет, наверное. Да? Да. Прям нырять? Нырять? Июнь месяц, холодно? Да, июнь месяц, а вода холодная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Андрюха. Тут глубоко, нахуй. Глубоко? Глубоко там. Да вроде по пояс стоишь. Ай? По пояс. Не, здесь по пояс. На, это, на баллоне. Ай? На баллоне доплыви до лески. А потом пощупаешь. Андрюх, там нахуй хуй знает что. Ну ты ногами потом, ногами потрогай там. Только не отрывай. Как? Не отрывай пока. Я нахуй что, запутаюсь, Саш. Эх, ебать, там на пол Мокша ты зацепил. Это не здесь она идет. Не здесь? А? Не здесь? Там какая-то, наверное, коряга. Погоди, погоди. Как? Погоди, леску отпущу. Понятно. Что, отцепил? Как? Отцепил? Ну, это отцепил. Там глубоко, Андрей. Ай? А как ты отцепил? Это не там, это ближе было. Не понял. Я говорю, ближе было. Ближе? Да. Также, дорогие друзья, у меня уже в ТикТоке почти 300 тысяч подписчиков. Также у меня есть Яндекс.Цен. Подписывайте. Буду рад, будет очень интересно. Также снимаю в YouTube на Яндекс.Цен. Но пока что в ТикТок нет вариантов. Там стоят ограничения в данной ситуации, что происходит в России и Украине. Так что я выкладываю. У меня есть два YouTube канала. На этот канал я выкладываю ролики, а на другой канал я выкладываю чисто шортс. Короткие видосы, приколы, юмор. Вот. Там уже в данный момент с 18 мая я зарегистрирован, уже 5 миллионов просмотров. Даже и подписчики набираются. Так что там тоже очень интересно. Снимаю только пока что туда.
Ну, на Яндекс.Дзене и влоги, и шортс, все полностью. Сейчас единственное, где платят, это на Яндекс.Дзен. Также рыбы пока что нету, но блесна вот эта очень замечательная. Андрюх на том году вот на такую блесну поймал. Две вот здесь они. Вот рыба плескается, волны идут от нее. Там кто-то шашлыки, короче, жарит. Не знаю. В общем, вот такая вот красота. У нас река Мокша в республике Мордовия. Но мы сейчас находимся в Ковылкинском районе, неподалеку от Ковылкина, в село Кочелаево. Там у нас санаторий. И до Ковылкина отсюда километров 10, может побольше. В общем, пока рыба не клюет, поласкиваем машину. Я пойду куплю еще один. Тянули, тянули, и в общем думали, рыба, а это ракушка. Ракушку поймали. В общем, опять зацепили. Тяни, Андрюх. Тяни, тяни. Но это не рыба, к сожалению. Опять блесной зацепились. Ну, значит, она хочет уйти в море, эта блесна. Не зря мы. Я плавал, доставал. Дорогая блесна. Знаете, сколько эта блесна стоит? Очень дорого. Она стоит 1000 рублей, не 100. Все, оторвал, да? И оттянешь? Не, я туда не поплыву. Вот, труселя у меня, он сохнут во всем. О, кипон. Кипон Гуччи. Оригинал. Сделано в Италии. Оригиналовски сразу можно понять, что вот такие они идут, и тут длинные. Вот, оригиналовская, в общем. Гуччи кепка. Материал классный. Чик. Так что выдергиваем удочку. Короче, отрывай и все. Нет, давайте расключим, может пойдет. Уже темнеет, так что мы еще пока что ничего не поймали. В общем, дорогие друзья, рыбу мы не поймали, но поугарали, по рыбалке отдохнули, очень все замечательно, все супер. Так что подписывайтесь, кому понравилось видео, ставьте класс, пишите комментарии. Зато искупался в этот сезон открытия. Так что, хорошего вам настроения, до скорых встреч, пока, бай-бай!